Привет всем! Вы на канале Вкусный уголок. Сегодня готовлю очень вкусный клубничный пирог. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, начнем. Берем емкость, выкладываем сюда 200 грамм очень мягкого сливочного масла. Добавляем 180 грамм сахара и хорошо перетираем миксером пару минут. Затем добавляем щепотку соли и по одному яйца. Пока одно яйцо не вмешается, следующее не добавляйте. Сюда же в тесто добавляем 50 грамм сметаны, у меня 10%. И перемешиваем примерно секунд 30. Миксер больше не потребуется. Теперь сюда в тесто добавляем 100 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления. 25 грамм сухой кокосовой стружки, пакетик разрыхлителя 10 грамм и все аккуратно перемешиваем ложечкой либо лопаткой. Далее добавляем по 1 столовой ложке просеянную муку и замешиваем тесто. Вот посмотрите, вот такое густоватое тесто должно получиться. У меня сюда ушло 175 грамм муки. Теперь я беру форму. У меня вот такая разъемная диаметром 22 сантиметра. Дно я устелила пергаментной бумагой и выкладываю сюда тесто. Равномерно распределяю. Берем клубнику, потребуется примерно 300-350 грамм. Ее нужно хорошо помыть и почистить. Теперь берем ягодки и вот так вот утапливаем в тесте. И для верха, для того, чтобы посыпать пирог, я взяла 25 грамм холодного сливочного масла, порезала его маленькими кусочками, добавила 50 грамм муки и 50 грамм сахара. И все это перетру вот так в крошку. Вот видите, посмотрите, должна получиться вот такая посыпка, напоминающая мокрый песок. И посыпаем сверху пирог. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов, примерно на 35 минут. Смотрите по своей духовке. Вот такая красота у меня получилась. Теперь я дам ему минут 20 остыть, вытащу из формы и уже на решетке оставлю полностью остывать. У меня уже пирог остыл, и, конечно же, я разрежу и покажу вам, как он выглядит в середине. Вот посмотрите, пирог очень ароматный, рассыпчатый и просто божественно вкусный. Обязательно попробуйте приготовить, пока сезон клубники. Ну и, конечно, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!